другом, поговорим про всевозможные способы включения адаптивных, прям по-настоящему адаптивных изображений, посмотрим на текущие проблемы, которые есть, как часто люди делают и как стоит делать. Вот как-то так. Хорошо. Поехали. Доброе утро, да. Показываю экран. Я решил, что будет здорово, помимо того, что заниматься изучением полезного материала с точки зрения информационных технологий, давайте с вами погрузимся в сферу искусства, и поэтому все презентации, в том числе будущие, я буду посвящать тем или иным художникам или деятелям искусства. Поэтому сегодняшняя презентация у нас посвящена творчеству Ван Гога. И все картины, которые на презентации у нас так или иначе задействованы, творчеству Ван Гога посвящены всецелостно. Поэтому, друзья, в любом случае, искусство — это хорошо. Заходите во всевозможные галереи и просвещайтесь. Потому что в целом, как бы сказать, наше визуальное восприятие содержимого так или иначе отражается на нашей работе. Все-таки мы занимаемся с вами версткой и можем что-то хорошее, красивое подчеркнуть из мира искусства. Вот, как-то так. Итак, сегодня изучу адаптивное содержимое изображения, видео, внешние источники. План урока. Основные принципы: контроль качества и трафика, адаптивное изображение, светлая и темная сторона, работа с фонами внутри HTML и внутри CSS, подготовка изображения с помощью Gulp, адаптивное видео, принципы работы со включаемыми элементами с других сайтов. Возможно, что-то мы не успеем, поскольку у нас всего лишь с вами один час, поэтому, если что, мы запланируем с вами продолжение. Ну, как и обычно, так бывает. Я стараюсь делать презентации впрок, чтобы все равно чего-нибудь не успевать. Это лучше, чем думать, а что же, чем же можно заняться, соответственно, когда у нас материала слишком мало. Ну что ж, поехали. Итак, основные принципы: контроль качества и трафика. Проблема. Первое — на осознание. Дело в том, что на мобильном устройстве обычно изображение у нас достаточно, как бы сказать, мало кто думает о том, чтобы для мобильников делать свои собственные изображения. Пример покажу достаточно простой. Зайдем на сайт Geekbrains. Идем у нас. Давайте вот сюда зайдем. И скопируем ссылочку сюда. Проверим наш сайт в сервисе Google PageSpeed Insights. Google PageSpeed Insights. Он позволяет посмотреть, насколько быстро работает тот или иной сайт и что можно сделать для улучшения скорости данного сайта. Итак, проверим главную страницу. Она, конечно, немножко будет отличаться, но то, что, собственно, мы видим с вами. 49 из 100. Баллов, и на стационарном компьютере 70 из 100. Видно, что многие изображения можно оптимизировать. Вот, допустим, ну ладно, здесь не настолько это критично, но, допустим, на главной, если посмотреть, давайте с вами зайдем в режим адаптивности, зайдем, скажем, на iPhone 6 Plus, 6S Plus. Я нажимаю правой клавишей на изображение. Угу. Смотрим. Значит, давайте посмотрим на нашу картинку. Что мы, собственно, с вами видим? Картинка у нас загружается. Здесь видно, вот, извиняюсь, немножко мелковато, но тем не менее написаны размеры на желтом фоне. 379 пикселей на 213. Теперь смотрим на то место, где я, собственно, сейчас вожу курсор. Здесь написано 379 на 213, а дальше в скобочках написано 1920 на 1080. Это значит, что картинки, которые у нас присутствуют на сайте, на самом деле это на большем количестве сайтов происходит. Это, скорее, такой типичный пример. Мало кто о таких вещах заботится.
Соответственно, картинки у нас загружаются в реальный размер и после этого уменьшаются. Это одна из проблем, которая, во-первых, увеличивает размер трафика, то есть пользователь, который заходит на сайт, он получает намного больше информации, чем его реальности нужно. Короче, такой подход, как понимаете, не самый оптимальный. Собственно, с этим у нас и связана первая проблема. Разберем вторую. Для этого нам нужен сервис JS Fiddle. И, не сюда перешел. JS Fiddle. И нужна какая-нибудь картинка. Собственно, от этого как раз и растут все лапы. В 5 раз больше, да. Поехали. iMages. Ну, допустим, вот такая, 600 на 400. Ну, в принципе, не важно, какая картинка. Главное, чтобы была. Окей, поставим сюда, значит, img класс image, назовем ее. И сюда поставим нашу картинку. Ну, понятно, она достаточно большая. Здесь появляется горизонтальная прокрутка. Как обычно это делают? Как обычно справляются с такими проблемами? Bootstrap тоже позволяет сделать такую же штуку. Ну, в общем, вот проблема. Ставим здесь максимальную ширину 100%. И вроде все хорошо. Да, картинка у нас взяла и теперь ужалась полностью по всей ширине. Тем не менее, мы грузим всю ту же картинку. И это проблема. Мы грузим все то же содержимое. Нам, соответственно, нужно бы решить каким-то образом вопрос с оптимизацией под конкретное мобильное устройство. Более серьезную проблему я вам покажу в браузере Google Chrome, потому что у него есть в консоли возможность... Сейчас, кстати, я закрыл. Потом пригодится. Так, сейчас, секундочку, друзья. Более серьезная проблема в браузере Google Chrome у нас будет. Давайте зайдем тоже на сайт Geekbrains. Я здесь вкладочку закрою. И зайду в консоль. Здесь есть раздел Network. И мы сейчас посмотрим, каким образом загружают сайт Geekbrains товарищи, которые заходят на сайт с мобильных устройств. И, допустим, из глубинки. Чаще всего это трафик либо 2G, либо GPRS. В худшем случае, ну, офлайн мы с вами трогать не будем. Ну что ж, давайте предположим, что это неплохое 2G соединение. Мы с вами ограничили скорость загрузки содержимого и будем с вами ждать, когда у нас подгрузится все содержимое сайта. Приблизительно, пока я буду говорить, у нас уйдет где-то минута-две. Вы сами понимаете, для загрузки главной страницы, окей, смотрите, иконочки у нас подгрузились, уже хорошо. Я пока смотрю, мы уже 20 секунд загружаем наш сайт. 24, 25. Надо бы пока какую-нибудь полезную информацию дать, а то совсем неинтересно будет. Ну, в общем, дай боже. Потом здесь вот в пункте финиш увидим, сколько у нас наш сайт грузился. Понятно, что каждый из нас может, в принципе, загружать сайт со скоростью 100 мегабит в секунду, да, но редко у кого такая ситуация возникает. Ну, не у всех есть такой интернет. Если мы возьмем жителей Европы, то там все еще более жестко. Да. Настолько жестко, что у них, во-первых, интернет стоит дороже, во-вторых, за ту цену, за которую они платят за интернет, они получают скорость интернета где-то раз в 5 ниже, чем мы с вами. Поэтому мы с вами зажравшиеся и, в принципе, можем за трафиком не следить. Примерно такая же ситуация, как и с собственными деревьями. Да, мы вырубаем наши леса, и количество листов бумаги из одного дерева у нас, по-моему, раз в 5 меньше, чем у Финляндии, у которой как бы плотность, ну, размер самой страны намного меньше. И размер лесного массива тоже намного меньше. Он учитывает время бескушированной информации. Да, это первая загрузка сайта. Ну вот мы видим с вами, что сайт загрузился за 1 минуту и, ну, 1,3 минуты. Не сказать, что хороший результат. Поехали дальше. Следующий
следующую проблему, которую мы с вами рассмотрим. Допустим, мы с вами умные и создадим класс Image. Значит, здесь у меня картинку... О, нет, картинку не сохранил. Вот она. Давайте создадим нашу, значит, Image. Ширина у нее будет сколько там? 600 на 400. 600 пикселей на 400. Потому что без реальных размеров мы не сможем с вами сказать, какое должно быть изображение. Здесь ставим, соответственно, свойство background. Пишем URL. И пишем адрес изображения. На всякий случай, если мы ошиблись в размерах, мы поставим что, информацию о том, что не надо повторять наше изображение, иначе оно будет как обои у нас. Так что лучше не стоит. На всякий случай, и мы получаем с вами нашу картинку. Да, вот, собственно, она. Хорошо. Следующим этапом мы с вами можем взять и для маленьких устройств. Да, видно, что здесь у нас блок достаточно большой. Давайте, где у меня картинки-то? Придется iMages. Ну, давайте вот лимончик возьмем. Ну, лимончик большой на самом деле. Возьмем какие-нибудь средние картинки, чтобы можно было вам показать. Берем среднюю картинку. Ну, 468 на 320. Отлично. В полном размере. Соответственно, как это делается, ну, в таком кошерном варианте в CSS? Это тоже проблема, это пока еще не решение нашей ситуации. Итак, media screen, даже просто вот так поставим. Максимальная ширина будет у нас равна 400 пикселей. Соответственно, ставим здесь background, URL и вот такая вот штука. Ширина поставим 400 пикселей. Ну, height, там, не знаю, сколько. 320 пикселей. Здесь вообще 486. Ну, давайте 500 поставим здесь, 500 пикселей. 486. Окей. Ну, вроде как можно дальше идти. Значит, уменьшаем наш размер. Может, я что-то... А, я молодец, конечно, не написал класс. Значит, ставим здесь image. И вот сюда пишем. Ну вот. Получается, что, значит, на размере экрана меньше 500 пикселей у нас будет отображаться другая картинка. Но проблема заключается в том, что, во-первых, это не очень удобный способ, потому что нам приходится ширину и высоту всегда у изображения указывать. Второе, соответственно, поскольку мы этот блок используем в качестве background, то есть в качестве изображения в CSS, мы не можем поставить это же изображение в HTML. Это мешает нам тем, что мы не можем заняться оптимизацией данного решения. То есть данные медиазапросы по факту неудобны для SEO-оптимизации, потому что SEO смотрит именно на тег IMG, на подписи к альтам и так далее. И в Google картинках наши изображения, если необходимо, мы это найти не сможем. Дальше, соответственно, есть такая вещь, как Device Pixel Ratio. И мне нужно найти какой-нибудь сайт. Да, много картинок готовить, тоже одна из проблем. Спасибо большое, Александр. Давайте, я не знаю, на самом деле, какой сайт найти. Условно. На многих сайтах можно найти иконки, сделанные в виде изображений. И проблема заключается в том, что если мы смотрим на сайт с устройств с высокой четкостью, то есть когда у нас реальное разрешение экрана в несколько раз больше, чем то, которое у нас здесь отображается. Ну, допустим, давайте посмотрим на... Ну, не знаю, мне проще взять и взглянуть на то, как это отображается на айфоне. Вот, допустим, типично. Типичное разрешение экрана для айфона – это 414 на 736 пикселей. Но в реальности у айфона 6 плюс, 7 плюс размер экрана 1920 на 1080. Соответственно, вопрос, а куда пропадает все
полезное пространство. Куда оно пропало, почему у нас так мало отображается? Дело в том, что у экранов ставится такой параметр, который называется Device Pixel Ratio. Вот он. Это параметр четкости. Вот здесь он проставлен. Он показывает, во сколько раз ужимается все содержимое, то есть насколько более плотным становится содержимое, для того, чтобы нам легче было воспринимать шрифты, легче было воспринимать некоторые картинки. Но проблема заключается в следующем. Для пользователей, у которых, как бы это сказать, да, галп в помощь, согласен, ну, даже если галп в помощь, и он обработает все, тем не менее, в CSS вставлять изображение не самый хороший способ. Ну вот, соответственно, если мы говорим про Device Pixel Ratio, получается, что для изображений на очень четких дисплеях все будет размыто и в пикселях, потому что изображение просто не оптимизировано под такие гигантские разрешения. Когда в 2012, по-моему, вышел первый MacBook с дисплеем Retina, в принципе, не было в интернете никакого оптимизированного содержимого, никаких оптимизированных сайтов для того, чтобы у нас качественно отображались картинки. Поэтому это одна из проблем. Соответственно, если хотите проверить, насколько медленно работает ваш сайт, вот, про хорошие способы сейчас мы с вами как раз и будем говорить. Соответственно, вы, если хотите понять, насколько тяжело у вас все это дело работает, замедляйте свой сайт и смотрите на скорость загрузки. Плюс ко всему, посмотрите на размер медиафайлов. Ну, вот типичный пример, где у меня Google Chrome. Давайте посмотрим. Здесь вот раздел во вкладочке Network есть, я ограничение уберу. И здесь у нас есть размер наших файликов. Давайте отсортируем их по размеру и увидим с вами, что файлики наши грузятся, дай боже, каждый файлик бывает по 400, по 200 килобайт. И не самую малую из этого часть занимают пользовательские аватарки. Такое для вас превью. Которые тоже, как видите, не слишком-то шибко оптимизированы. Видите, они маленькие, должны, по идее, быть. Ну вот, как-то так. Итак. Лучшие практики, друзья. С проблемами поговорили, теперь поговорим про адаптивное изображение в HTML. Пришла пора. Делается это с помощью двух способов. Первое – это использование тега img с атрибутом src-set. А второе – это использование тега picture. Собственно, о них мы с вами сейчас и поговорим. Поехали. src-set. У него выглядит это... штука приблизительно следующим образом. Так. img, ой-ой-ой. img, src поставим стандартное. Где у нас? Вот, кстати, подойдет. src. Закрыли. Начинаем с обычного изображения. Это то, что будут видеть все браузеры наши. Хорошо. То есть в случае, если атрибут src-set у нас не поддерживается в браузерах современных, хотя, если мы зайдем на can I use и забьем сюда src-set, мы увидим, что вот src-doc, src-set. Единственная проблема — это Internet Explorer. Все Internet Explorer. Edge все поддерживают, Opera Mini в принципе не поддерживает. В остальном все нормально. Ну что ж, давайте смотреть. Атрибут src-set работает в следующих форматах. Рекомендации лучших собаководов. Отлично. Сейчас мы с вами воспользуемся прикольным сервисом. Называется placehold.it. По-моему, так. Который позволяет вставлять готовые изображения. Ну, допустим. Давайте начнем. Для того, чтобы старые браузеры поддерживали атрибут src-set, мы с вами возьмем и, собственно, скопируем здесь изображение. Сколько у нас? Тут 350 пикселей на 150. Это вот то, что будет у нас видеть наш,
наш браузер по умолчанию. Отлично. Теперь мы придумаем с вами изображение для браузеров с повышенной четкостью. Окей, здесь мы можем поставить, соответственно, свойство 2x. В данном случае данное изображение будет отображаться в случае, если у нас экран будет повышенной четкости. Можем также придумать и для разрешения 3x. Бывают и такие устройства, которые позволяют нам, соответственно, такую возможность реализовывать. Здесь 700 поставим, допустим, 700 на 150 размер изображения у нас будет. Здесь у нас будет, ну, скажем, сколько? Ну, 900. Есть вероятность, что наша картинка... Да, вот видите. И мы получили, поскольку у меня дисплей здесь IT стоит, и девайс Pixel Retio стоит в 2x, у меня получается более четкое изображение. Какое изображение в данном случае браузер выберет? Дело в том, что браузер по собственному алгоритму самостоятельно выбирает изображения. Те, которые максимально подходят под данное устройство нашего браузера. Да, можно под 4K в том числе предусмотреть. То есть сейчас это все зависит от плотности пикселей. Чем более четкий экран, тем более четкое изображение мы с вами можем получить в данном случае. Это так называемый X-дескриптор. Мы можем также поставить изображение, не знаю, допустим, 1000 пикселей. Да, 1000. И тогда это то, что у нас увидит пользователь, у которого будет экран с девайс Pixel Retio равным 1. Либо в случае, если ни один из вариантов не подошел. Ну, как мы увидим, в принципе, все то же самое будет. На всякий случай, чтобы у нас изображения не закэшировались, мы поставим дополнительный атрибут к этому сервису, который позволяет брать кэширование. Вот, на случай, чтобы изображение, правда, действительно загрузилось. А почему увеличиваем в два раза только ширину, но не высоту? Неважно, на самом деле, что здесь можем увеличить. Давайте 300 здесь поставим. Браузер будет загружать наше изображение относительно девайс Pixel Retio. Ну, здесь вот 500. Разницы мы, в принципе, особо-то не увидим. 700 на 300. Да. Можете увеличивать абсолютно все, что угодно. Итак, я пока сохраняю. Это все, конечно, хорошо. Как с этим работать? В случае, если у нас... если мы хотим ориентироваться все-таки от ширины устройства. Итак, что у нас происходит? В случае, если старые браузеры у нас работают, то в этом случае мы с вами показываем изображение по атрибуту SRC. В остальных случаях, если браузер поддерживает атрибут SRC Set, мы с вами, соответственно, ориентируемся на данные способы. Статей по этому поводу достаточно много, но я вам скину те статьи, которые могут быть полезны. Так, я сейчас сюда этот пример скину, и вам тоже, по-моему, скинул, да? Скинул. Простейший пример SRC Set. Следующий этап. Это W-дескриптор. W-дескриптор показывает нам следующее. А что, если мы хотим ориентироваться не от плотности пикселей, потому что не всегда получится угадать. У некоторых разрешений, допустим, потребуется, может, поставить дробную девайс Pixel Retio, там, 1,5, 1,33. Ну, допустим, типичная ситуация... Сейчас скажу, ну, на некоторых старых устройствах андроидах были дробные девайс Pixel Retio. Бывает даже при гигантском разрешении девайс Pixel Retio стоит один. Допустим, это Amazon Kindle Fire. По-моему, они или Kindle HD Kindle. Они как раз с девайс Pixel Retio равным 1 идут. Хорошо. Дальше, соответственно. Дескриптор W показывает нам следующее. Мы просто указываем ширину нашей картинки. Ну, то есть, допустим, 300 пикселей. По сути, это 300 пикселей для нашего изображения. Ну, давайте 700 поставим, чтобы совпадало. Здесь 900. Здесь поставим 1000 пикселей.
Советуют ставить эти изображения в порядке увеличения их, соответственно, параметра W. Да, все, то я отсюда убрали. 700-900 тысяч. Соответственно, я получаю какое-то гигантское изображение, поскольку оно наибольшим образом подходит под мои условия. Но есть возможность, соответственно, с этой ситуацией поработать. Первое. Нам нужно понять, в каком размере должна отображаться наша картинка. Потому что изначально, когда у нас стоит атрибут src-set, предполагается, что картинка будет открыта на полный экран, на полный размер. Вот, у Nexus Google Nexus 7, коэффициент 1.3. Спасибо большое, Сергей. Так вот, соответственно, а что, если мы вообще даже не предполагаем, что наша картинка должна быть открыта на полный размер? Соответственно, сами понимаете, если картинка у нас будет пытаться открываться на полный размер, то браузер будет загружать больше информации. То есть он будет предполагать, что если картинка будет открыта на полный размер, то, соответственно, это нехорошо. То есть то он тогда загрузит больше информации, чем нам нужно. Какой приоритет у 2x и 900v? Сейчас разберемся. Значит, для того, чтобы сказать, какие у нас размеры изображения будут, мы можем поставить атрибут sizes, который есть у тега img. И здесь мы можем ориентироваться на основе, допустим, пикселей. В принципе, ничего нам не мешает. В данном случае картинка максимум будет у нас в размере на странице 200 пикселей. И под условие, соответственно, максимального разрешения, давайте здесь еще поставим 300, чтобы, ну, или 100, да, давайте 100 на 300. Здесь 100 пикселей будет. Вот. Несмотря на это, несмотря на то, что у нас присутствует картинка с размером 100 пикселей по ширине, у нас отображается картинка 700V. Поскольку у меня сейчас стоит девайс Pixel Ratio 2, и минимум качества изображения мне нужно 200. Соответственно, то есть минимум в 2 раза. Давайте поставим здесь 200-очку, и мы увидим следующую картинку. Тоже, соответственно, что получается? Наше устройство, поскольку отображается, давайте здесь, 400 поставим. При 400 у нас отображается наиболее полная картинка. То есть браузер сейчас подбирает картинку максимально под подходящие условия, с учетом перспектив. И поэтому мы можем увидеть, что при максимальном размере изображения в 200 пикселей у нас все равно отображается большее изображение, даже если 100 поставлю. В данном случае он старается подобрать для меня максимально четкую картинку. Касательно алгоритмов, которые отбирают так или иначе изображение для выбора четкости, это нужно смотреть уже на движок самого CSS, как отображается в том или ином браузере наше изображение. Поэтому не удивляйтесь, если у вас, при том, что вы размер изображения предполагаете видеть максимальным 100 пикселей, у вас по каким-то причинам отображается изображение не вот это, а больше. Соответственно. Угу. Друзья, этот пункт понятен по, соответственно, src-set, по src и по sizes. Как эта комбинация друг с другом сочетается. Ссылки на статьи я вам, соответственно, вам пришлю. Поставьте плюсики, я сейчас подожду, просто тут задержка. Я пока тут чайку с соленкой съем. Вкусный чай с малиной. Больше похоже на головную боль для верстальщиков. Даже непонятно, как тестировать. В любом случае, у вас всегда будет отображаться максимально четкое изображение. И это хорошо. Поэтому стоит всегда предусматривать. Угу. Да, только не замечал, чтобы другие это использовали. Да, у меня есть такая ситуация, что я на одном сайте, по-моему, года два назад такую штуку применял, но не видел ни у кого другого.
В любом случае, это существенно понизит скорость количество потребления трафика. Угу. Хорошо. Поехали дальше. Касательно сочетания 1X и, то есть, девайс Pixel Radio и ширины. В данном случае будет два запроса. 2X, давайте здесь 2X поставим. Ну и здесь там 2X. Например. Что в итоге получаем? У меня, насколько помню, дробное девайс Pixel Radio, поэтому ни один из вариантов здесь не подходит. И, соответственно, у меня тогда будет выбран вариант с 1000 пикселей. Соответственно, он комбинирует два условия для браузера. Это отображение на 100 пикселей, то есть картинка будет занимать 100 пикселей и отображаться при двукратном показателе четкости девайс Pixel Radio. Ну и, соответственно, вот получаем с вами такую ситуацию. Хорошо. В данном случае может быть не самым удобным наш атрибут sizes. Мы можем сделать полностью, как бы сказать, адаптивное изображение. Что там? Несколько размеров size. Значит, соответственно. Сейчас, секундочку. Я сейчас обновление сделаю. А может, есть какая-то JS-библиотека, которая подставляет нужное изображение в зависимости от ширины браузера? В общем-то, эта спецификация по HTML была придумана для того, чтобы исключить всякий JavaScript, потому что в любом случае JavaScript вносит некоторую нагрузку на наш браузер. Ну и стоит просто ориентироваться. Да. Значит, хорошо. Сейчас я вам ссылочку скину. Следующую. Это у нас разные определения. Так, ссылочку. Ну и вам тоже скину. Да? На всякий случай, если хотите посмотреть потом. Так. Следующее. Это несколько, использование нескольких значений в атрибуте sizes. То есть мы говорим, что вот здесь изображение наше будет всегда открываться на 200 пикселей. Мы также можем использовать любой параметр viewport width, например. В данном случае картинка будет открываться на 100% нашего экрана, то есть нашего браузера. Здесь не совсем точный пример показан, потому что сейчас открывается это внутри окна. А вообще, когда вы будете открывать данный пример на странице отдельной и сами создадите себе CSS, у вас картинка максимум будет занимать полную ширину экрана. Окей. Соответственно, можно там поставить 50 viewport width, тогда картинка будет в половину меньше. Здесь имеется в виду половина от моего окна браузера. Поэтому не удивляйтесь, что картинка достаточно большая. Окей. Соответственно, следующая вещь, которую хочется рассказать, это использование нескольких атрибутов sizes. Мы можем точно так же, как в CSS, использовать с вами медиа-запросы, любые, которые вы подставляете с помощью собачка медиа, внутри атрибута sizes. Что здесь будет происходить? Давайте поставим минимальная ширина 500 пикселей, допустим, и давайте максимально, да, максимально. В этом случае изображение будет отображаться на 100 пикселей, а в ином случае будет отображаться 400 пикселей. То есть данная ситуация, здесь мы пишем, что на 100 пикселей будет по ширине изображения в случае, если у нашего браузера максимальная ширина будет 500 пикселей, да, окна, ширина нашего браузера окна, а 400 пикселей наше изображение будет во всех остальных случаях, если по каким-то причинам оно не удовлетворяет нашим условиям. При этом, смотрите, интересная ситуация. Где 100, да? Картинка не меняется.
Но картинка меняется в случае, если мы перезапускаем, еще раз, когда я нажимаю на клавишу Run. Это значит, что в этом случае наша картинка только один раз перерасчитывается. Таким образом, у нас не подгружается дополнительное изображение в случае каких-то других условий. То есть, медиазапрос отрабатывается один раз при загрузке страниц. Это достаточно удобно. Вряд ли кто открывает сайты, постоянно сужая, уменьшая размеры экрана. И мы тоже так сильно достаточно адаптируем наш трафик. То есть, еще разок, да, на полный экран у нас отображается изображение в 400 пикселей, на маленьком экране меньше 500 пикселей отображается в 100 пикселей. Нажимаю «Апдейт» и скидываю вам. Так, это у нас адаптивное «Sizes». Следующий этап. Мы можем поставить несколько запросов на адаптивность. Что-то у меня не очень хорошо курсор работает. Значит, да, у JS Fiddle бывают такие проблемы. Ставим максимальная ширина, скажем, ну, 300 пикселей. При 300 пикселей у нас будет 150 пикселей. В остальном 400. Итак. Значит, уменьшаем нашу картинку. Понятно, что она маленькая. Увеличиваем чуть-чуть. Где у нас тут 150? Добьемся мы этого. Так, вот мы 400 получили. Надо, конечно, измерять, потому что так на вскидку не скажешь. Так, 150. Max width 300 пикселей. 150. Да, тут также есть приоритет в выполнении наших операций. Давайте сейчас поставим. Максимальная ширина. Вот, 150 заработало. Да, после этого... То есть мы начинаем с вами от минимальной ширины. Мы с вами, соответственно, ставим минимальный запрос. Да, дальше... Точнее так, мы с вами ставим максимальный, да, получается, медиазапрос. Сначала 150 пикселей, потом идем к более маленькому. И так далее. Пошло-поехало. Да, у ванильного ниндзя могут не работать картинки примеры. Советую открыть эти примеры в Google Chrome. Потому что, ну, могут быть ситуации. Либо скопировать этот же процесс в CodePen. Потому что по каким-то причинам JS Fiddle не всегда нормально отображает внешние картинки в сервисах. Ну, бывают проблемы. На сайтах отображается хорошо, если что. Попробуйте открыть в CodePen. Давайте мы зайдем на CodePen. Там, по идее, почему-то работает все хорошо. Так, где у нас? А что я закрыл JS Fiddle? Ну вот, я молодец. А, нет, вот. Копируем. Ну, запускаем. Ну вот, да, картинка пошла, поехала. Сохраняю. Вот, пожалуйста, вариант. Я там написал вам вопрос. Посмотрите, насколько у вас хорошо работает все это дело в CodePen. Все, хорошо. Ну, бывают проблемы, поэтому, ну, что с этим делать? Просто копируйте исходник в CodePen и потом проверяйте. Почему JS Fiddle не работает, не могу сказать. Ну, вот, к сожалению. Сейчас улетел из вашего чата. Секундочку. Поехали дальше.
Так, несколько размеров sizes. Ну, в принципе, мы эту тему закрыли с вами полностью. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики те, кому понятно. И мы с вами продолжим. Осталось не так много времени, поэтому постараемся разобрать по максимуму. У меня, в принципе, тут еще несколько слайдов. Хорошо. Поехали дальше. Tag Picture. Tag Picture немножко по-другому работает. Он поудобнее будет, чем SRC Set, потому что, правда, безумная проблема заключается в том, что нам приходится внутри одной строчки вот столько всего писать. Это очень неудобно, поэтому есть более адекватный вариант, и сейчас мы про него поговорим. Соответственно, пишется это следующим образом. Picture. Здесь мы начинаем с вами с изображения, которое будет отображаться HTTPS, наверное, как его там, placehold.it. Дальше пишем здесь размер изображения. Ну, допустим, 300 на 450. Понятно, что картинка отобразится в первую очередь. Вот она. Ну, давайте 450 сократим на 200, например. Чуть поменьше, чтобы поместилось. Пусть она будет самой маленькой. 100 на 200. Соответственно, дальше. С помощью таких способов вы очень хорошо можете повысить количество баллов в Google Pages Pinterest Insights. Это, конечно, это... Извиняюсь. Это, конечно, не лейтмотив и не красная линия. Тем не менее, вы, когда в качестве изображения на... Вы когда ставите самое минимальное изображение в атрибуте SRC, то Google PageSpeed Insights воспринимает его как уже адаптированное. Соответственно, будет давать вам хороший балл. Это очень хорошо. Хорошо, касательно Picture. Работает это следующим образом. Значит, дальше мы с вами используем атрибут Text Source. Который используется в теге аудио и видео. Пишем мы следующую вещь. Первое, с чего начинаем, это медиа. Медиа – это, собственно, наши медиа-условия, медиа-запросы, с помощью которых мы с вами как раз говорим. При каком условии содержимое в этом теге будет отображаться. Здесь пишем, соответственно, max width. Ну, или min-width, давайте min-width, для простоты интереса. Ставим, например, 400 пикселей. Хорошо. Дальше мы пишем src set. И говорим, что здесь у нас изображение... Ну, сколько? Давайте будет 500 на 200. Здесь пишем 500 по ширине. Также здесь можно поставить атрибут sizes. То есть мы говорим, какой максимальный размер изображения будет использован в нашем примере. Можем указать, ну, например, 200, сколько там, 500 пикселей, да? Например. Запускаем. Так. Соответственно, что мы видим? Минимальная ширина 400 пикселей. Может быть, так будет вот. И в данном случае tag picture, в отличие от нашего изображения EMG с атрибутом SRC Set, является, как бы сказать, является адаптивным. То есть содержимое меняется в зависимости от условия. Вы можете таких тегов source напихать внутрь picture сколько угодно. Что-то мне не скопировалось. Нормально? Сейчас, секундочку. Минимальная ширина будет 600 пикселей. Здесь мы ставим 600. И здесь говорим, что это 600 пикселей по высоте. Ну и по ширине тоже.
Ну, сейчас. Давайте мы в порядке приоритета поставим минимальную ширину, иначе они будут друг друга забивать. Так. Так, 100, 500, где у нас 600-то? О, вон 600 пошло. 100, 500, 600. Вот такая вот интересная штука. Соответственно, с атрибутом sizes у нас та же самая ситуация. Мы сюда указываем с вами определенное количество пикселей, с которым у нас будет наше изображение отображаться. Мы можем src set в данном случае также менять, как и для тега img. То есть у нас может быть через запятую несколько вариантов. Секундочку. И, соответственно, мы можем атрибут sizes также сделать адаптивным. Внутри адаптивности. То есть под дополнительный медиазапрос внутри текущего медиазапроса. В чем удобство данного подхода будет? Ну, тогда этот элемент нельзя изменить в CSS-файле. А что значит нельзя изменить CSS? Да, ну, тут, конечно, голова нужна для того, чтобы понять, то есть нужно представлять, какой элемент у вас будет отображаться в каких ситуациях. Итак, зачем нам использовать несколько src-set, несколько элементов в пункте sizes? Сейчас попробую объяснить. Как вы видели, в нашем обычном изображении с атрибутом src-set происходит ситуация, что изображение рассчитывается только один раз. И каждый раз для тега source будет тоже только один раз рассчитываться нужный src-set и нужный параметр sizes. То есть вы получаете фиксированную адаптивность внутри вот такой вот более гибкой адаптивности. Это как раз нам позволяет более детально разбираться с тем, какие изображения в каких случаях нам нужны. Проблему это создает достаточно серьезную. Нам нужно, чтобы одно и то же изображение присутствовало в нескольких вариантах. Решить это можно, конечно, самостоятельно обжимать в Photoshop, но это было бы не очень удобно. Более интеллектуальный вариант – это использовать Gulp для того, чтобы он как раз там генерировал наше изображение. Сейчас, секундочку, друзья, технический перерыв. Вот. Технический перерыв окончен. Продолжаем. Значит, друзья, понятно ли то, что я вам рассказал про Tag Picture? Сейчас вам скину ссылочку. И можете дальше смотреть. Угу. Жду ваши комментарии и продолжаем. Угу. Огонь, отлично. О, это ссылка Фидли пашет, отлично. Ну, видите, по какой причине то или иное у него работает, хрен его знает. Поехали дальше. Касательно фоновых изображений в HTML и CSS. Угу. Для React нашел крутой пакет Gulp Contour React Responsive. Показывает элементы в зависимости от ширины. Я знаю, для Angular.js тоже есть дополнение, которое делает то же самое. Но по факту это, считайте, костыль на JavaScript, который существовал для того, чтобы нормально все отображалось, когда у нас не было тега Picture и не было src-set. Окей. Собственно, HTML, CSS, фоновое изображение. Ну, самое простое, это, соответственно, Media Background Image и Background Size. В случае, если нам нужно сделать более или менее адаптивное изображение, но, скажем так, это уже не совсем про трафик, это про некоторое удобство, улучшение удобств для нашего отображения.
Допустим, у вас есть адаптивное... Как это все сделать в CSS? Да, это с помощью, делается с помощью медиазапросов. Если вам нужно фоновую картинку таки поменять в, именно в CSS, окей, мы с вами сейчас с этим разберемся. Это немножко шаг в сторону, но тем не менее полезно. А в CSS стоит ли переносить? В CSS бывает удобно переносить фоны. Они бывают, правда, очень удобно. Насчет остального не могу ничего сказать. Наверное, не особо стоит. Я бы по возможности переносил все содержимое из CSS в плане изображений в HTML. Для того, чтобы по этим картинкам можно было бы продвигаться по SEO-продвижению. И сегодня... ну, походу, у нас немножко останется времени, постараюсь поговорить по этому поводу. Соответственно, рассмотрим следующую ситуацию. Background. Здесь точно background. Значит, здесь ставим background image. Да, картинку URL. И надо поставить ширину, высоту. Height у нас получается 600 пикселей. Высота 800... Ой, ширина 800 пикселей. Так, ну вот видим какую-то картинку, да, как-то она отобразилась. Теперь найдем с вами какую-нибудь поменьше. Да. Собака медиа. То есть все сайзы лучше в HTML. Ну, я бы советовал, конечно, в HTML сделать все, потому что это позволит нам продвигаться по SEO. Max width. В крайнем случае используем background image, как вот сейчас покажу. 400 пикселей. Бывают ситуации, что... ну, у вас есть какая-то картинка, и вы понимаете, что для каждого разрешения экрана ваш фон будет немножко меньше. Ну, то есть, условно, вы хотели бы... у вас есть картинка размером 800 на 600, и есть, допустим, не знаю, у вас разрешение экрана 1000 пикселей. И вы думаете, может быть, все-таки не стоит на... Точнее так, наоборот. У вас есть разрешение экрана 700 пикселей, и вы не хотите делать отдельное изображение для этого размера. То есть, иначе вам придется плодить безумное количество медиазапросов. О, Сергей, очень приятно, что даже при том, что вы новичок, вам понятно. Для меня это очень, ну, хороший показатель. Спасибо большое. Дальше, соответственно... Если у нас какое-то маленькое устройство, то лучше, конечно, размер нашего фона поставить 100%. Ну и мы сейчас уменьшаем, ну, максимальное, о, минимальное. Сейчас максимальное разрешение 100%. Да, ширина, background, media. Вроде написал еще разок. Где у нас 400 пикселей, что-то не отрабатывает. Максимальная ширина 100%. Height, width. Background image. Вроде верно сделал. Max width 400 пикселей. Сейчас посмотрим, подождите. Так, значит, здесь фон 495. А, ну да. И, собственно, что получается? У нас пропадает горизонтальная прокрутка здесь. Да, видите, пропала. Но картинка, как таковая, у нас зарезалась. Хотелось бы, конечно, чтобы она у нас была... целиковой. Для этого у нас существует CSS-свойство, которое называется background size. Background size имеет три параметра. Fill, contain, cover. Давайте посмотрим, как работает тот или иной параметр. Начнем с background size fill. Что получается? В принципе, получили... Что, background size? Правильно, по-моему. Да, background size. Здесь можно указать как значение по определенной оси X и Y, можно также и по обеим осям. Давайте contain напишу, и вы посмотрите, как это у нас
Работает. В случае с контейнером у нас изображение полностью помещается внутрь заданного блока и дальше начинает дублироваться. В случае, соответственно, есть у нас следующее свойство cover. И оно говорит о том, что в целом, ну, оно очень похоже на fill. Зададим более сложные условия. По оси X у нас будет 100%, по оси Y у нас будет fill. Разницы пока нету. Contain. Они похожи. Ну, cover, соответственно, у нас полностью... где ее картинка? При 100% по X, соответственно, у нас изображение никак полностью поместиться не сможет. Мы можем поставить 100%, 100%, или вот здесь, допустим. Ну да, вот так. Тогда у нас получится деформация изображения, но оно полностью поместится в заданные рамки. Минус данного подхода заключается в том, что у нас получится при использовании contain, мы с вами получим дублирование изображений. Мы, конечно, можем это все вырубить через background repeat. И тогда получим с вами null. Но минус подхода заключается в том, что... Сейчас, background repeat. No repeat. Я притупил. Ой, это object fit. Да, прошу прощения. Я притупил. Спасибо, Сергей. Не туда посмотрел, когда писал подсказки для своей презентации. Хотя написал Object Fit, написал про Background Site. Итак, соответственно, что мы видим? Соответственно, мы выключили с вами повторение нашего изображения. Оно полностью поместилось у нас по размерам. Бывает очень удобно. То же самое, в принципе, можем поставить... при 100%. Будет похожая вещь. Короче, несколько способов адаптации нашего изображения под размер экрана. Да. Друзья, с background size примерно такая ситуация. Теперь говорим с вами про object fit. По background size понятно, друзья? Там несколько значений, сейчас, по-моему, мы все с вами предусмотрели. 100% в пикселях можно писать, конечно. After cover contain, да. И последнее, собственно, Object Fit. Угу. Хорошо. Сергей уже практиковал. Соответственно, последнее это Object Fit. Background. Допустим, у нас с вами какое-то изображение уже оптимизированное через SRC Set, EMG. Ну и здесь, соответственно, получаем картинку. Что мы можем сделать у него? Допустим, мы хотели бы, чтобы наша картинка была с вами... Здесь вот класс Image. Я только пропустил. Как мы попали в это окно, в которое работаем? Это Google Chrome, инструмент разработчика или какая-то другая программа? jsfiddle.net. Я забыл, кстати, вам скинуть пример на эту тему. Так. И, значит... Background. Сейчас напишу это на странице. Background size. Так, поехали дальше.
Background медиа. Значит, берем картинку с вами. Ну, частый типичный вопрос, каким образом сделать картинку квадратом, если она у нас изначально прямоугольная. Я бы, конечно, это делал в фотошопе изначально. Ну, то есть, загрузил человек картинку, пусть она квадратная делается с помощью браузера. То есть, с помощью серверной стороны. Но бывают случаи, когда так вот тяжеловато сделать. Начнем. Класс image. Соответственно, background ставим ширина 100 пикселей, высота 100 пикселей. И здесь ставим overflow hidden. Таким образом, у нас картинка получается, помещается в 100 пикселей. Но минус заключается в том, что наше изображение сейчас на полный размер. Хорошо, делаем это следующим образом. Ширину ставим 100%. В итоге получается, что картинка полностью помещается, но тем не менее помещается только по одной из сторон. Можем, конечно, поставить еще 100%. Таким образом у нас пропорции картинки изменятся. Картинка поместится в заданный квадратик, но это будет не то, что нам хотелось бы. Соответственно, можем, по идее, поставить 120% и высоту 120%. Height и 120%. В этом случае размеры будут изображения чуть побольше. Здесь можем поставить margin left минус 10%. Ну, то есть на 10% влево сместили для центрирования. И margin top поставить минус 10%. Да, вот центрированная картинка, хоть у нее и зарезались края. Минус такого подхода заключается в том, что если у нас будет маленькое изображение, то тогда она у нас будет немножко пиксельным. То есть оно будет растягиваться до неестественного ей размера. Соответственно, так лучше, конечно, стараться не делать. Ну и вообще маленькие картинки, конечно, лучше не пихать. Но некрасиво то, что у нас все равно что-то зарезается лишнее. Да? Так, по поводу ширины сказал. По поводу... Это вам ссылочка, да. Кадрирование изображения. Хорошо. Чуть более сложный вариант используется у Object Fit. Позволяет чуть более простой вариант обеспечить нам при реализации данного метода. Оставляем с вами только image. Значит, здесь создаем с вами 100 пикселей. 100 пикселей. Ну и, собственно, смотрим, что у нас происходит в том или ином случае. Значит, сейчас картинка полностью поместилась в заданный квадрат. Хотя она 800 на 600, соответственно, получается некоторая проблема с изображением. Хорошо. Значит, Object Fit содержит параметр contain. Например, один из значений может быть contain. В этом случае элемент у нас отмасштабируется и целиком поместится в заданную область. Запускаю. Собственно, как видите, да, у нас он поместился и даже еще акцентрировался. Следующее значение – это fill. В этом случае тоже элемент отмасштабируется, но он будет полностью соответствовать заданным размерам. Соответственно, это стандартное значение. То есть пропорции в данном случае игнорируются. Если нам нужно сохранить пропорции, то мы с вами указываем свойство cover. В этом случае мы получим приблизительно тот же пример, который я вам показывал в случае с overflow hidden. Просто это будет реализовано чуть попроще. И бывает, правда, легче. Микрофон издает помехи. Хорошо, ну, со временем приобрету себе получше микрофон и буду записывать как настоящий блогер, буду организовывать летсплеи и так далее.
Будем с вами играть в JavaScript игру под названием Elevator Sega. Будем управлять с вами лифтами, вверх-вниз их гонять и управлять пассажирами. Простите за фоновое шипение. Ну, не знаю как. Очень хочется, конечно, помочь, но вот увы. И последнее это Object Fit. Кодирование UE с помощью Object Fit. Итак, такая же штука используется как в видео, так и в изображениях. Все это можно спокойно умещать, если вам очень хочется. Друзья, у нас вот сейчас поджимает время, а мне хотелось бы вам рассказать про подготовку изображений, про галп-плагины и про включаемое содержимое. По всей видимости, все эти красивые картинки мы с вами перенесем на следующее занятие. Видео отстоят, иногда hidden очень полезно. Да, иногда hidden бывает полезно. А можно как-нибудь сделать так, чтобы изображение было адаптивным, но если ссылка на него поломалась, то область под него будет заполнена, не ломая верстку. Да, конечно. Значит, смотрите. Ну, условно. У вас изображение 800 на 600. Вы здесь говорите, что изображение будет в пропорциях 800 на 600. Hit на 600. Да, и, соответственно, какое-то broken image. Сломанное изображение. Вот, пожалуйста, оно нормально у вас отображается. Просто задайте жесткие пропорции. Это бывает полезно использовать в случае, когда... Как бы это сказать-то? Когда вы понимаете, какое у вас изображение, какие пропорции, и, соответственно, ну, это нормально. Если у вас несколько адаптивных изображений, то все очень хорошо. Опять же, используйте атрибут тег source, несколько тегов source, и у каждого изображения задаете свои размеры. О, Alien in Health. Отлично. Сергей, круто. Только оператор это прям мощно. У меня вот сенсей мой тоже звукорежиссер. Но мне кажется, что это. Мне казалось, что это одно и то же. Но могу ошибаться. Вот, друзья, значит, у нас с вами еще достаточно много информации, поэтому я предлагаю перенести это на следующее занятие. Поговорим про то, как подготавливать изображение, поговорим про эти галп-плагины, поговорим про всякие. Отзывчивые элементы, адаптивные элементы, такие как таблицы, например, на сайте. И поговорим про всякие YouTube, включаемые области, и iFrame. А в CSS можно задать? Да то же самое. Ставите ширину и высоту вашему изображению и вперед. Ну, вот, да, собственно. Вот же, 100 на 100. Пожалуйста, вперед. Да, здесь не совсем правильный пример был. Вот 800 на 600. Друзья, ну что, давайте подводить итоги. Мы с вами научились делать адаптивные изображения. Очень жду в ваших сайтах, в ваших проектах использования этого тега и использования SRC-set, использования picture. Я очень надеюсь... Да, про сам галп поговорим тоже. Я очень надеюсь, что вам этот вебинар был полезный. Да, галп в следующий раз. Друзья, поставьте... В общем, я очень благодарен буду вашим комментариям, вашим отзывам, если вы что-то поставите. У меня, кстати, за окном град. Если, как бы, расскажете, да, было ли вам полезно. Очень благодарен развернутым отзывам, если есть. Для меня это самое-самое ценное. И я не устану об этом говорить, потому что меня, правда, очень заряжает то, что вы как-то... на это реагируйте, говорите о том, что для вас было полезно и было ли это полезно. И это лично меня сподвигает на то, чтобы делать для вас больше полезных, классных, нужных вещей. Поэтому, если вы напишете ваш отзыв или комментарий здесь, или продублируете его, а лучше продублируете его на Geekbrains, на странице, я буду вам безумно благодарен, потому что, ну, так хотя бы отзыв не улетит в бездну. Про Bootstrap, да, сейчас, что Bootstrap, про таблицы,
Мы будем говорить без привязки про Bootstrap. Без привязки к Bootstrap. Но в Bootstrap, в принципе, есть как раз то, что, о чем мы будем говорить. Угу. Друзья, ну что, было ли для вас полезно то, что я для вас рассказал? Как вам вообще, понравился ли вебинар? Насколько много нового для себя узнали? Стоило ли это того, чтобы в 10 часов целый час посвятить? Спасибо, Сергей. Стоило ли это того, чтобы целый час посвятить вашей работе? Когда на следующий вебинар? Завтра. Завтра в 10 утра, после этого в субботу и в воскресенье. Мы будем говорить как раз про адаптивные сайты, про Bootstrap чуть-чуть. Мы, скажем так, совсем немного рассмотрим адаптивную колонку, адаптивные макетные сетки в Bootstrap, сравним это с Bootstrap и, наверное, за несколько вебинаров сделаем с вами, во-первых, собственную макетную сетку, а во-вторых, сделаем макетную сетку не только на CSS, но и на preprocessor и SAS. Вот. Дать ссылки на ресурсы, почитать по теме. Да, все скину на страницы, как его, страницы на сайте. Плюс ко всему, здесь к видео прикреплю всю информацию. Поэтому, друзья, жду вас. Спасибо вам большое. Надеюсь, было полезно, надеюсь, было понятно. Ну что ж, кстати... Если есть предложение, какого будем разбирать следующего художника? Ага, у меня есть предложение по Сальвадору Дали. Потом пойдем по нашим отечественным художникам. Саврасова разберем. Окей, окей. Ну все, хорошо, тогда я на связи, да, почитаю ваш комментарий, тут пока еще все одна задержка. Ну, в общем, если есть предложение по оформлению презентации, давайте кого-нибудь нового разберем. Пускай мы будем полностью наполнены искусством. Это важно, это ценно, вдохновение – это самое важное. Потому что люди делают безумно классные вещи, и к вот этому великому, высокому хочется стремиться. Не делать какие-нибудь посредственные сайты, а делать постоянно что-то выше, чем у нас есть текущие силы, да. Стараться перепрыгнуть через голову, это можно. Вот, Рубенс тоже возьмем. Неопластицизм. Слушайте, не знаю такого направления, надо посмотреть. Хорошо. Записал. Миро. Шо. Я все записываю. Рубенс. Может, еще небольшую биографию буду где-нибудь там в начале, в конце говорить. Ну, совсем чуть-чуть. С подписями работ заодно. Ну все, до встречи. Репина тоже возьмем. Отлично. Ну что, тогда до встречи. Хорошего настроения и всего-всего самого лучшего. Пока-пока. До завтра.